Здравствуйте, дорогой зритель. Продолжаем играть в Jagged Alliance 3 на максимальной сложности в режиме Iron Man. В этой серии будем выбивать то ли шахту, то ли рудник, не знаю. 14 врагов. У нас все бодрые и веселые. Пойдем в атаку сразу. Разведданные отсутствуют. Ночь и пыльная буря. Какой-то мультик. А, походу, бандюганы нападают на эту шахту. Мы можем в тыл бандюганам высадиться сейчас и начать их фигарить. Ну, интересно тоже. Так, интересно тоже квест. Не пойму, вот эти заборы, не заборы. Или высадиться просто подальше. И подальше высадимся вон там. Прячемся. Что-то не видать уже. Врагов-то. Так, кого-то видит уже. Yes? Ну, давай я пройдусь, посмотрю. Угу. Да, вон там. А, не, стой. Стой, 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 стой. Так, ложись. Всем разойтись. Ложись. А, кстати, ни у кого же нету... Все, мочи, козла. Лучше ни у кого нет. Сдоба, второго снимай. Ты куда пополз? Куда ты пополз? Зачем ты туда пополз? Так, с ножичками мощные чертилки. Да, очень мощные чертилки. Тебе давай автомат дадим. Monica Sundergaard here. Я сдоба уползай. Ready. А мне нельзя уже уползти? Нет, мне уже нельзя уползти. Очень жалко. Сейчас, если вы перехватит оба. Есть перехват? Только мимо, к сожалению. Оба мимо. Ну, очень жалко. И вон еще один мясник крадется. Так, еще меня чуть-чуть накрыли. Ой, как что-то совсем... И еще один мясник крадется. Но здесь хоть попал. Но тоже очень слабенько. Так, а меня обложили уже конкретно. Конкретно так обложили. И еще бегут. Ох, как я неудачно сделал все это. Так, ну, мне надо определенно бежать отсюда. Пока я не в Overwatch, а там минное поле. Тут и бежать-то особо некуда. Но надо. Тяжелое ранение.
А вот и в Overwatch на самом деле. Ой, зачем я так сделал? Вот этот меня держит в Overwatch. Пошел нафиг. А вы за кого тут? А, союзник написан. Нормально. Повстанция. Да, караульный, караульный, повстанция. Эти за нас. Сейчас, может, снайпер с вышки поможет мне. Но это не точно. Так, проверяем еще раз. Нет, он не дает мне убежать. Но он тяжело ранен. Могу пистолетом в лобешник выстрелить. Все, готов. А теперь я могу отбежать. Не так, что прям уж далеко. Ну хоть куда-то и залечь. Hello. I have good odds of hitting enemy. Тяжелое ранение, может быть. Ой. Хотел сказать, что сейчас из-за тяжелого ранения, может, он его одним выстрелом сможет убить. Ой, блин, я чуть сейчас своим выстрелил. А, но нифига. Не попал ты, да? Плохо делом. Сейчас, может, гранаты, если они близко соберутся. По тем, например. О, промазал. Попал на десяточку. Промазал. А этот пошел союзников нападать. Мимо. Давайте, кучкуйтесь, кучкуйтесь. 3, 4. О, он лечит его. Ну, этих сейчас будем взрывать. А, он, зараза, убежал. Тут сейчас дробовиком отработаем. А в кучу попробую метнуть гранату. Ну, тоже неплохо тут отстреливают. Значит, нам не понадобится тут делать ополчение. Но, наверное, и деньгами мы тут не разживемся. Но в любом случае какой-то квест мы здесь выполняем, раз началось это даже с мультика, как штурмуют эту шахту, и мы тут сейчас им поможем, и причем персонажи какие-то именные, значит какие-то квесты мы тут возьмем, поэтому хорошая клетка, не зря сюда шли, просто снова не ожидала, ну не ожидала, не оправдала ожиданий. Ну сейчас может этого, кстати, прищучат гризлик. Давай, бери дропаж. Им. А, стой, 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 там сдоба. Не надо так. О! Крит 38. Да ты что делаешь-то? Слушай, что-то я прямо... I am overwhelmed by the amount of enemies I see. Amy. Блин, это не та пушка. О! Нет, 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 нет. Вот. Вот так вот.
Барри, ты кидай гранату. Ну, отлично. Отлично, прям гранаты у него мне очень нравятся. И сейчас еще вот туда лупанем. И УЗИ сломался тоже. Так, по баре не попал. Еще раз не попал. Сейчас мы снайперским выстрелом снимем. Второй пулеметчик по Гризли. Гризли бы сейчас бы не окочурился. Походу, у этих какая-то особенность на перехват, когда они вблизи стоят. Поэтому и там мой, когда стоял перс, тоже там это с перехватом история возникала. И тут при каждом выстреле он его перехватывал. Надо было, конечно, атаковать другими. Я что-то такую штуку еще не знал. Поэтому накосячил тут. Но теперь буду знать. Главное, чтобы теперь Гризли выжил. А то не хотелось бы платить, ё-моё, за этот опыт жизнью бойца. Сейчас, может, снайпер снимет вот этого деятеля. Все, отлично. Остался теперь вот пулемет и вот пулемет. Два пулеметчика осталось. Гризли, вали нафиг. Куда-нибудь. Сюда и ложись. За дерево. Хорош. Через бошку. Стену. This is absurd. Ну, не попало, да. How can I assist? Yes. Мимо. Ну, сейчас с добой подкрадусь поближе. Да пристрелю его, это последний. А может, кстати, даже сейчас снайпер с вышки его снимет. Взял выворочего. О, отлично. Так, ну и сдоба. Давай. Нет, все еще далеко. Хотя, пятнах попало. В секторе остались силы противника. Внезапно. Гризли, перематывайся тогда. Раз это еще не все. Что-то не видать. И теперь противником считаются вот эти. Пойдем посмотрим, что выпало. Аптечечка. Блин, складывать уже некуда. Хоть вызывай еще одного бойца сюда чисто, чтобы таскать. И аптечку жалко ломать. Они, конечно, перезаряжаются медикаментами. Это все понятно. Но сам медпакет
Просто так нигде не взять. Так, еще аптечка, еще аптечка. Они не стакаются. К сожалению. Пик с ним. Не влазит и не влазит, я ими не пользуюсь. Моника Сандегард here. Hello. Что-то мне кажется, они гонят по поводу того, что кто-то тут остался. Неумело чинит, ухудшил состояние еще. Ну, с двумя модификациями винтовка. И с ней. Moving toward destination. I am in movement. Yes? Да где ж какой враг-то еще сидит? What next? Barry Unger. Moving as of this moment. Но эти еще сидят, шуганные. Торговец патронами. Кстати, патроны можно... Да, нет, говорит, мы должны завершить бой. Значит, действительно, кто-то где-то тут еще сидит. Можно будет прикупить патроны всех видов, которые нам нужны. Хотя вроде нам всего хватает. Уж край карты скоро будет. А давай я залезу на крышу. Сейчас оттуда увижу, что. Нифига не видно с крыши. Да карта кончилась уже, вы что не сидите-то? Ага, стой. Еще не кончилась карта, я понял. Так, вон там один, вон там. Сдоба, обходи вон с той стороны. А я вон с той стороны буду обходить, потому что я отсюда не вижу нифига. Моника Сандегард здесь? Моника Сандегард moving. Ага, вот все, есть цель. Ай. I got this. Куда он делся? Вон он. Pay close attention to my form. Не прибило. Miss Sandegard's class is about to begin. Ну, ложись. I don't have a good shot. Незначительно попадание на шестерик. I will go presently. Let the major see my courage. Да сколько ж ты очередей там собрался сделать? Походу их не двое. Снова я обсчитался.
Хотя эти тоже впрягаются, так что не страшно. Сейчас, может, их снайпер с вышки работает нормально. Ну куда ты, куда ты? Ты не в ту сторону воюешь. Что ж ты делаешь-то? Давай вот этого. Готов. Shoot like this later. I have no clear shot. Да. Ready. Не глядя просто на. Еще один, да? Ну, кстати, вот там на рабочем появлялась надпись «Поговорить», и был квест какой-то набрать еще рабочих на рудничок на свой. Так что я думаю, что, может быть, сейчас здесь и наберем работничков. Может, это даже увеличит выработку. Очень долго ходят союзники, при этом очень мало стреляют. Лучше бы дали бы мне быстро бы уже добить этого последнего и все дела. Что, Барри, на тебе шанс получить экспы немножко. Ну, попал. Слабенько, конечно, попал. ...24 всего в голову, надо же. Как крепко у тебя балда. Но не настолько. Все, ну вот теперь точно. Теперь точно все. Давай попробуем. А, ну это просто болтовня. Я думал, какая-то будет это. Возможность нанять. Нет, возможность нанять нет. Смотрим. Зажигательный 0.5. А 0.5 это что за калибр? У дробовика 12 должен быть. Где ты, Гризли? Покажи-ка дробовик. Ну, 12, да. Фиг знает, что за 0.5. Sure. Here, take a look. It all works. Это все, да? Ну, магазины в игре сделаны удивительно беспонтово. Так же, как и рюкзаки. Так же, как и возможность покупки. Так же, как и... Ладно. Поэтому покупка это вот так только ткнуть. То есть посмотреть там инвентарь как-то, да, там повыбирать. Нифига. Нифига такого нет. Ладно, пойдем поразговариваем. Мины. Мины нам нафиг не упали. А, две аптечки хотелось бы забрать. На будущее. Хотя, в принципе... Ну ладно. Пусть валяются. Пойдем поразговариваем. Возьмем какие-нибудь квесты. Ой, ну нельзя пройти на мимо. О, взрывчатки сколько. Барри, скорее сюда. Скорее сюда. Тут много... Много что можно вытащить. Не просто вытащить, а еще застакать. Ой. Ой. Не все можно застакать. Так, давай так. Взять все. Это разберем. Так, а со взрывчаткой как быть теперь?
Я знаю, как быть с взрывчаткой. Делаем вот так. А дальше превращаем одно в другое. Вот. И теперь застакаем еще одну. Не понял, почему... А почему одна? Я же 5 делал. Блин, я же выбрал 5. Напиши в комментариях, если внимательно смотрел, что произошло сейчас, потому что я вот сейчас, например, не понял. Вроде как бы было 5-5, а получилось 1 из 5. А зачем так делать? Зачем так странно сделано, что можно из 5 собрать всего одну? Дебилизм какой-то. Я думал, получится 5. Ну, вот магазины такие, да, тоже. Взрывчатка вот тоже так работает. Я хочу, чтобы полковник изгнал из нашего города женщину с низкой социальной ответственностью. Ну ладно, хотеть не вредно. Рабочий, пойдешь работать? Воровать запрещено, написано. Вон как. Был еще какой-то перец с именем. Да, вон. Вон с ним надо поговорить. Я думаю, у него есть квест. И вон там еще пошарится. Хотя уже... не лезет никуда на самом деле. Чтобы заслужить со мной ночь, мужчина должен сначала победить меня в бою. Поздравляю тебя. Это все? Понятно. Вон та не любит вот эту. Саша Гризе. Это типа Саша Грей, да, наверное? А это Анна... Ламетрайос. Но это имя мне никаких ассоциаций никаких не вызывает, поэтому не знаю. Наверное, тоже имя известной актрисы. Такс. Вот, спуститься в подземелье. Можно спуститься в подземелье еще. Как раз там это была метка на карте. Сейчас здесь досмотрим быстро. И... встанем, подлечимся, а потом пойдем в подземелье. Заклинило. Я уже сломал что-то. Ну-ка, Гризли. Гризли, иди сюда. Кое-что надо сломать. А, пулеметик. Пулеметик. Пулеметик нам не нужен. Иди, сломай. Можно сломать фомкой. Ну, только сломай фомкой. Я у тебя фомку опять забрал, да? Чем же я делаю все время? Так, значит, патроны зажигательные 0,50. Там две аптечки. В принципе, все. Больше на карте ничего ценного нет на этой. Замок сломан. Ура! Или сломать фомкой. Пойдем еще раз попробуем отмычечки. Вообще ни разу еще, по-моему, отмычку мне не получилось сделать ничего. Замок сломан. Ну, хорошо, что у Гризли нет с этим вопросов никаких. И дробовик. Хотя с другой модификацией. Ну, фиг знает. В расход его. Ничего ценного. Такс. Возвращаемся на карту тогда. Делаем...
А чё нет-то? Нет доступных операций. Я хотел подлечиться. А, кстати, вон снова везут камни. Далеко. Тоже далеко. Ну, пойдем спустимся тогда. Так. В принципе... Запрещено, ладно. Базаришь, базаришь. Все, ладно, я понял. Нельзя туда залезть почему-то. Но не воевать же с ними, со всеми. А давай поговорим с ним. Чтобы Биф смог увести отряд из-под удара. Ну, молодец. Закончится боем, понятно. Нельзя туда зайти. Вообще тогда фигня. Вообще фигня. Ну и все, тогда нечего нам делать на этой карте. Жутко интересно, конечно. Ну вот, кстати, тоже надпись. Ремонтная мастерская. В секторах с ремонтными мастерскими доступны операции. А у нас написано, недоступны вообще никакие операции. Походу, пока там эти контролят, нифига не выйдет. Можно попытаться их снести. Там как раз вот пулемет сверху отремонтировать, засесть за него и оттуда их лупить. Тогда откроется подземный сектор, откроется ремонтная мастерская. Но они вроде борются с этим, поэтому мне-то на них нападать вообще нет резона. Продвигаться надо дальше с боем. Сюда, сюда, вот там, вот туда. Брать там порт, и потом из этого порта куда-то плыть дальше. Немножко меня... Ага, вот они, кстати, все. Они не пропали. Ура. Еще, кстати, автоматик не подняли. Но такие автоматики нам нафиг не нужны. Ну, разберем. Эту штуку нельзя разобрать. А вот, кстати, медпакет можно один выхватить. В принципе, все унесли практически. Пулемет разобрать. Ну, может пригодится когда-нибудь. Ножи стакнуть можно. Вот. Все. Вот теперь все разобрали. Хотя нож, конечно, мне и самому бы сгодился. Теперь же нож, наверное, не разделить, да? Да, уже не все. Зря, наверное, штук дофига всего тащу. Жалко. Просто вот была бы возможность закупки, да, на большой земле. Вообще нафиг все это таскать. Каждому при отправке берешь по медпакету одному. И все. А сейчас просто из-за того, что они редко находились, тут просто целая пачка, мне их жалко выкинуть. Потому что зайдут новые бойцы наши, и им нужно будет что-то передать. А мы еще тут чего-то набьем. Ну хотя, на самом деле, вот это если выбить дело, можно тут сделать схрон. Я надеюсь, тут-то дадут уже сделать ополченцев. И следующие приплывут сюда, выскочат в порту. В порту выскочат. И им останется-то раз, два, три, четыре клетки пробежать. И здесь собрать кучу всего. Поэтому тут схрон нормально будет сделать.
Но в следующий раз уже. Поэтому подписывайся на канал, нажимай колокольчик, пиши комментарий, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока.